Всем привет, ребят. Ну что, у нас продолжается трэш. Решил я возобновить дальше прохождение гарнизоном. Давненько я уже не бегал. Прохождение кошмарок. И в итоге мы с вами прошли все шестую, дошли до седьмой. И застряли мы на 7-4. Вот на этой вот прекрасной, чудесной кошмарке мы застряли, где натыкано до хренища всего чайным юнитов. Будем пробовать сейчас его штурмовать гарнизоном. Тыковка плюс гарнизон, возможно, кубчика еще возьмем, посмотрим, что в итоге у нас получится. Что тут у нас по магии? По-моему, в прошлый раз магию выучили. Сейчас чекнем, что в итоге у нас получилось. Так, магия. Да, пятая у нас уже это. Так. Возьмем на добивочку. А у нас метеор вообще не прокачанный. Это гиблое дело его брать. Так, давайте будем собирать героя. Ну, конечно, наша имба-бочка, без нее никуда. Это наш танк. Ледяха. Ангел для отхила. Так, тыкву я хочу сделать. У меня уже есть исцеление. Тыковка у нас будет исцеление. Эмблемой мы ей поставим что-то такое интересное. В принципе, из ворот тоже нормально. Поставим такой вариант, сделаем, пусть будет. Так, вместо зефира, наверное, мы все-таки поставим Купидона. Потом сейчас надо еще одного героя выбрать. Нас будет шатать. Так, тритонище однозначно. И на тритона мы поставим. Так, ну вроде состав у нас вырисовался. Вместо феникса ставим кубчика. Короче, такой вот состав, ребят, сливной. Поехали, хотя бы попробуем. Кошмарка 7-4. Так, тут надо выбирать тотемы. Тут видите, две тыковки. Короче, будем стартовать, я не знаю, будем стартовать с бочки, наверное. А что дальше у нас получится, я даже не знаю. Дальше у нас 8%. Это потолок, что мы набили, но мы зависнули. Мы не дождались, походу, окончания, когда у нас сольются бафы от тыковки. Так, окей. Блин, я магию не взял, как обычно. Обычно я втыкаю. То есть выкидываем чем подальше магию. Можно, конечно, из тыковки стартануть. Так, все прошло. Раз, два, стартуем. С бочки.
Они зашли, собрали скучно. Для того, чтобы не станили, добиваем побольше юнитами. Ну, давайте, давайте, давайте. Где разгон, блин? Нифига. 26%, ребят. Бочка держалась до последнего. Ну, 26% это тоже уже, в принципе, результат. Для гарнизончика это то, что надо. Такс. Может попробовать стартануть с другой стороны. Стартануть отсюда сбоку. Заморозить чем побольше. Подальше. Давайте попробуем такой вариант. Так, все прошло. Стартуем отсюда. Закидываем заморозку подальше. И юнитами. Не, нифига, нас тут просто высек. Товарищ Ронин. Но результат, как видите, тоже довольно-таки неплохой. Практически все герои слили. Почти. Но почти это не прохождение. Так, окей. Магию взяли. Попробуем еще разок отсюда забежать. Так, в принципе, нахрена я здесь тотем и тушу огнином, по сути. Так, раз, два. Стартанули. Заморозили здесь поближе. Ну, как-то вроде держится. Ну все, просто изи. Смотрите сбоку, как мы прошли. Даже причем прошли на 3 звезды, ребят. Вот так вот. Просто налегке. На 3 звездочки затащили. Красавчики вообще. Гарнизон просто тащит. Не надо там каких-то мега героев. Вкачали тыкву, вкачали Купидона. Бочка, ангел. Ледяха. Конечно же, тритонище. И 100% подземка 7-4. Просто налегке пройдено. Так, окей, поехали. Кошмарка 7-5. Попробуем, посмотрим, что там у нас интересного на 7-5. Ага, тут у нас надо будет просто зависать. Других вариантов, к сожалению, пока нет, не знаю, будет интересно ее попроходить. Сейчас сам попробуем предварительно хотя бы стартануть. Здесь у нас, как видите, есть хрон, и надо вовремя его заморозить, чтобы тень вылезла, но хрон не включился. По-другому в эту подземку так просто не пройдете. То есть раз, два, выбросили всех, заморозили. Вот в таком вот случае уже получше будет. Ну и опять же надо спамить. Смотрите, что они делают. Что творит? Я не знаю, как дальше, правда, мы с Анубисами будем. 47%. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, 47%. Ну почти. Анбашни, наверное, сейчас нас достанут. Они не дадут нам добить. Скорее всего. Да, не хватит нам юнитов. Но результат, как видите, очень хороший. 47%. Означает, что эта подземка проходится точно так же очень легко. Но было бы прокачано у нас немножко другая магия. Можно было бы метеором, например, добить. Тень вылезла, и сейчас пробуем просто спамить по максимуму, чтобы наших героев просто не станили башни. 39 40. Ну, 50 вообще налегке, ребят. Смотрите, что они творят.
что они творят? Тыква просто... просто жжет. 83%. Нам, в принципе, на 3 звезды не обязательно их проходить. То есть хватает и 2 звезды. Самая основная цель — добраться до 70, чтобы можно было ее нормально пропускать. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Трешечка с гарнизоном. Давненько я уже им не бегал. Всем удачи, всем пока.